Друзья, ну а перед началом этого видеоролика я хотел бы вам напомнить, что 1 июня стоит финал Лиги Чемпионов, Ливерпуль против Тоттенхэма, и мы, естественно, будем его все смотреть. Но перед этим матчем у нас также пройдет стрим, приходите, будет весело. Также пишите ваши никнеймы PSN в группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. Ну и также для вас небольшой интерактив. Все мы знаем, что у футбольных блогеров в инстаграмах, в инстасторис, они постоянно делают какие-то пасхалки. Также пишите, я оставил в этом именно начале этого ролика пасхалку, вы пишите ее в комментарии, и кто первый ее угадает, попадет в следующий ролик. Поехали! Итак, сегодня у нас интересный матч Вагер левоногие против правоногих. И сегодня мы будем также еще играть в режим выживания. Если я забиваю, то у меня уходит один игрок, и Максиму будет от этого легче. Итак, я играю за левоногих, за ЦСКА, Максим играет за правоногих, и именно за команду «Спартак». Так, поехали. Ну, я хотел забить. Не забьешь даже в матче. Так, дождь. Это мяч «Спартак». Потому что нам никто не проплатил. Готов? Да, «Спартак». Все. Бабкун шел в жопу. Ебала? Ой-ой-ой. У меня куда-то все уходят. Они уже сразу понимают, что они проигрывают по ходу матча. Ой-ой-ой, а что? Что, Максим, не ожидали? Ой-ой-ой! Ай, кому там яички прошили, там воды? Видели? Мнюнь такой-то. Тупой какой-то. У нас новое правило, если мои левоногие забивают правой ногой, это за два мяча считается. Он правой забил. Да ладно, ладно. Ну ты посмотри, ой-ой-ой. А так. Ты знаешь то, что Месси только Манчестер Юнайтед? Все, у меня Давида Сильву убрали. Ты помнишь? Че, да. По Месси МЮ так забивал, в точности так. Да. Мы повторили. Неймариньо Джуниор. Ой, блин. Чего-то я не ожидал даже. Все, и пошел, 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 родимый. Ну что, Максим? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А ты думаешь, почему я так не делаю? Да. Кого? Пожалуйста, еще одного центрального полузащитника. Притирочку. Марсело! Опа. Ой-ой-ой-ой. Ой. Ломаем Месси. Ой, ломай меня полностью. Oh my. Да блин, нечестно, они все ушли куда-то. Ой-ой-ой. А раз, два. Еще и Дибало такой, я с тобой. И кого убирают? Почему я нажимал? Бэйл. Почему я нажимал отбор вдвоем? Месси спиной стоял. Какого фига он от них отбивал? Просто я ЛТшку зажал. 7-1 по сейвам. У меня сейвов больше, чем у тебя. Да, да. С углового ты, Роналду, да-да-да, это мы где-то уже видели. Че он, Мбаппе радуется? Кого у тебя уберут? Сейчас Роналду уберут. Нажимай. А? Так же, как у тебя начали. Иди нахуй с своим этим Роналду там на угловой. Ай-яй-яй-яй-яй! Ой, блядь! Ну, бежал за мячиком. Да. Куда ты пришел? Они за мячом никогда не бегут. Центрального защитника. У меня защитника, значит, убирают. У меня Марселова убрали. А мне центрального. Ну, бывает. Не, ну, третий я не пропущу. Блять. Сломал. Ты видел, я убирал, ты мне по лицу шибанул. Так, тебе и на... Смотри, какой злой тебе. Ты на. Э. Стрелку. Понял, как убрать? Да. Знал, что ты брать. Я знал. Да потому что ты смотрел туда. Я знал, что ты будешь правый бить. А почему не прыгнул? Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию. Ты еще прикинь, тебя Роналду убивает. Тушь. Почему тебе Месси не убрали? Ну что, камбэк у Максима, кстати, 3-3. Был счет 3-0. Стой, отстой на месте. Я хочу попробовать этот удар. Это не берущийся называется. Я убежал от тебя даже.
Там ты меня при... Ты посмотри, кто отбежал? Ты смотри, там твои меня держали. Вот сейчас вот а ты... я не меня убрал. Это роботы, смотри. Вон, я вон там бегаю. Ну, смотри, смотри, он меня держал. Он меня держал. Кто тебя держал? Они сами побежали. Эх, не трогай. Галясу, это тоже левая, между прочим. Блин, как я теперь без двух полузащитников буду? Нормально будет. Nope. Не, ну Дарт створ был. Не, ну я видел, что ты туда. Да понятно, блин, я за Месси. Я не пошел туда. Я Месси, он видишь, прессую. Прессуешь? Да. Я ж тебе сказал. Он через себя опять пробил. Я ж тебе говорю, я прессовал Месси. Ты нафига на него-то попал? Блин, да посмотри, реально людей мало. Эпидемия какая-то. Людская. Опа! Ну все. Опа, Гангам ставим. Оп! Оп, опа, Гангам ставим. Оп, оп. Опа. Макачи нет. Опа. Макачи нет. Это за дренофольник какой. Мяч летит в центр штрафной. Нет. Нет. Нечестно. Изи. Я уже выходил, кстати, вратарем. Итак, а победитель. Ну что ж, друзья, вот такая у нас статистика. Спартак 19 раз бил по воротам, 11 в створ. А у меня больше тебя в да. створ ударил. Точность пасов у тебя на 1% больше, точность ударов у тебя тоже больше. Потому что я во вратаря бил. Да. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал и на наши инстаграмы, ссылка будет в описании. Также ставьте, ну сколько, 15 или 20 лайков для следующего? 16. Давайте 15 лайков. 16. 15. 16. И будет следующий уже вайгер. 16 лайков. И будет следующий у нас с Максимом вайгер. Теперь уже, ну давай сделаем такую зацепку. Это высокие будут против низких. С вами был Андрей Хорев. И Максим. Всем пока.